История этого белоруса вдохновляет тысячи людей по всему миру. В Москве прошла встреча с Алексеем Талаем. Он в 16 лет подорвался на военной мине и остался без рук и ног. Сегодня он успешный бизнесмен, женат, воспитывает 3 детей и занимается благотворительностью. Сейчас готовит совместный проект «Счастье не имеет национальности» с российской дивой космической оперы Евгенией Лагуной. Цель не только найти семьи для детей-сирот, но и дать им шанс на счастливое будущее. Поэтому в зале известные российские режиссеры, политики, бизнесмены и многодетные матери. Важно поставить фильм хороший, трудно, спектакль, но труднее построить семью, родить детей, дать им хорошее воспитание, образование, и чтобы они выросли здоровыми и замечательными людьми. Вот это очень трудно. Это особый талант человеческий. Вот я думаю, что здесь эти мысли и эти импульсы витали сегодня. Цель этого мероприятия направлена на то, чтобы сблизить потенциальных родителей с их потенциальными детками. И, возможно, вот в этот момент будет изменена жизнь, да, как минимум 3 человек, родителей и этого счастливого ребенка. Алексей Талай и Евгения Лагуна вскоре посетят и Беларусь. Со своим проектом они вместе с российскими и белорусскими звездами эстрады и спорта посетят интернаты и устроят для ребят мастер-классы.